Всем привет! Самый кайф от службы в архитектурном отделе – это постоянное знакомство с новыми и часто очень интересными и классными людьми. И с помощью них реализуются порой маленькие, но невероятно любопытные и интересные проекты, как вот этот, о котором я вам сейчас расскажу. В какой-то момент просто через Facebook обратился человек, имени которого я не буду говорить, просто потому что тема такая пикантная, немного интимная. Обратился с таким запросом, что у моей девушки день рождения, и я хочу подарить ей дерево. И на самом деле эта идея натолкнула нас на действительно такой крутой системный проект, когда человек может дарить своей любимой или любимому посадку дерева в городе. Это символично, это красиво и для пары, и полезно для всего города. Мы вышли с ним на места, которые он предполагал, уже из них выбрали необходимое, посмотрели по сетям, по другим там параметрам, где это может быть, проконсультировались со специалистом в высадке, в ботанике, и высадили ту самую магнолию. Вот это дерево в Рижском квартале, растет уже, я думаю, около 2 месяцев. Согласитесь, это красиво. Особенно, когда эта магнолия зацветет на следующий год. Уже можно видеть, что дерево прижилось. Листики первые, которые были при посадке, такие самые поврежденные, опали. И дальше вот она растет. Никаких повреждений, дефектов. Все красиво. Вот даже какие-то новые початки. Вообще с магнолиями специфика в том, что надо выбирать самый морозостойкий сорт. И их всего, по-моему, 2, которые надежно выживают в наших зимах. Так это выглядит на общем плане. Пока это такой первый пилотный проект. И сразу удачный. Так что, друзья, кто не знает, что подарить своему любимому или любимой, у вас всегда есть запасной план. Это подарить определенное дерево в любом месте города, где вы пожелаете. Практически в любом, мы уже посмотрим по своим внутренним документам и найдем максимально такой оптимальный вариант. По-моему, это красиво. Да, и еще к самому подарку мы приложим такой своеобразный подарочный сертификат. Это будет полностью узаконенная копия самой схемы, подписанная вот всеми директорами КП, нами, печать зама мэра, то есть самая обычная такая согласовательная процедура при посадке дерева. Все, пока. Схема со спутника для наглядности. Топографическая схема. И самое важное, наверное, вот во всем процессе согласования, это схема инженерных сетей. Каждая инженерная сеть имеет свои ограничения в плане удаленности от них, посадки деревьев, размещения малых архитектурных форм, постройки зданий, там, фундаментов, ограждений. В общем, это целая наука, и каждое индивидуальное место требует вот такого достаточно серьезного подхода. Ну и самый такой важный и помпезный лист в этом всем – это подписи, согласования и печати. От коммунальных предприятий, от заступника местного главы, от нас, от архитектуры. Это обычная практика, так согласовываются все схемы.